Люшечка, ура, моя хорошая, дождались. Время 10 утра. Вот, ну мы с утра заметили, что она все уже прям вся изнервничалась, истопталась, но схваток не было. Вот, а сейчас вышли посмотреть, а у нее уже воды вышли. Так быстро. Даже особо не видела, чтобы она там хвост задирала или тужилась. Выглядывали в окно. Вот, все, сейчас Сережа мелочь по местам ставит. Попробуем ее отдельно в сарай выгнать, чтобы там удобнее было теленочка забрать. И все, и будем телиться, да, Плюха? Все, Плюху в сарай загнали, включили вентилятор. Эти такой хай подняли, но они думали, мы идем это пастись все. Все, у всех истерика. Плюша сама собралась уже бежать куда-то на улицу. Кое-как всех угомонили, вон. Злата еще возмущена. Дайте нам отделиться сначала. Шумит вентилятор. Показалась первая копытца. Прошел где-то час. Ну, не перебивай меня. Прошел где-то час с копейками. Вот первая копытца показалась. Проверила сразу, что второе тоже правильно все лежало, все в порядке. Но теленок крупный. У нас все как всегда. Плюша нам других и не телит. У нее что не теленок, то 50 килограмм. Это ее третий отел. Вот, ждем. Придет время, будем помогать. Все, ребята, мы родились. Ой, бедненько, Плюшечка уже устала. Подтянули, вытянули теленочка. Бычара, крупный бык от Гектора. Да, моя сладкая, молодец. Молодец, справилась тоже, устала уже, ага. Это что за красота такая неписанная? А? Это что за красота? Родилась такая крупненькая. Расцветка, как у Плюхи. Лежи, 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 полежи. Отдохни, сейчас к мамке пойдем. Ой, ага, выключи. У нас там мелочь еще это. Вон бегает закрытая в том отсеке. Все? Навылизывались? Плюша, он тебе надоел уж. Слишком долго ждала. Да, да. Когда он из тебя вылезет уже сколько можно, тяжело. Все, мы Плюшку уже подоили, напоили, Цезаря уже накормили. Да, это Цезарь, познакомьтесь. Все, ты все выпил, целую бутылку. Нифига, ты как проголодался. Да, скажи, я 12 дней назад должен был родиться. Я голодный. Ужас. Какой шустрый. Сейчас пупок еще обработаем сразу, потому что мухоты полно. Плюшечка опять страдает от жары у нас. Полили немножко водой ее. Да, Плюха? Начал помаленьку отходить послед. Вот, ну пока все в порядке. Сейчас придет ночь, станет полегче, отдохнет. Все, ребят, в сарае я уже это не хочу снимать. Ну там шумно, во-первых, от этого вентилятора, и жарко, и все. И мало сегодня что снимали. Нормально, отел прошел. Мы когда поняли, что она уже, ну все, во-первых, жарко, душно, ей тяжело, она устала уже. И видим, что процесс как-то застрял на одном месте, ножки появились, ну как всегда, и не туда, и не сюда. Вот. Все, веревки накинули и на схватках вытянули теленка, чтобы не мучить уже сильно корову. Вот, все, все в порядке. Послед у нее отошел. Полностью нормально все. Чувствует себя вроде неплохо. Вот сейчас выпустим, чтобы попила, проветрилась немножко на улице. Мы уже просто тоже от этой дикой жары вымотаны все и психуем. И, в общем, летних отелов у нас не будет. Больше никогда, я надеюсь. Но мы рады. Мы очень рады, что все свершилось.
наконец-то можно спать спокойно, и классный бычок. Вот я почему-то, мне эти имена пришли заранее, я подумала, если будет тёлочка, будет веснушка, если будет бычок, будет цезарь. Как-то вот так вот сразу пришло на ум. Ну и все, теленка вытащили. Смотрю, бычок, и говорю, вот цезарь родился сразу. Ну, цезарь так цезарь. Вот кому на Руси жить хорошо. Весь день просто. Бока надули молоком. Сейчас еще молозивом будут объедаться первое время. Чего не валяться? Да, Васька? Ой, красота, жизнь прекрасна. Доброе утро, Юлий Цезарь. Вон мамка твоя возмущается. Что ты делаешь? Уже бодается вовсю. А? Такой шустрый пацан. Тут вот фу на тебя. Вообще. Вчера очень хорошо кушал, несмотря на жару. Съел все, что дали. И в обед, и вечером. И сказал мало. И чё хочу. Да, Цезарь? В общем, мы ему пупок сначала думали йодом обработать. Потом это решили все-таки побрызгать. Вот это у нас, как ее там, АСД-фракция. Спрей, баллончики. Вот. Во-первых, он воняет сильно. Отпугивает как раз всех насекомых. Вот забрызгали, и все нормально. У Плюшечки все хорошо. Да, Плюха сегодня наконец-то выспалась, как и мы ночью. Утро раннее. Мы приехали на покос. Опять надо дальше собирать сено, пока не начались дожди. Вот. Вчера вот эти копешечки ставили. Там какие-то парочку взъерошило. Ну, ничего, сейчас примнем. Вот. Где-то половину, получается, собрали. И сегодня продолжим. Вчера у нас было опять 35 и выше. Вот, кое-как тут управились. Хотели, вообще думали, все поле соберем за день. Но жара просто не дала это сделать, было уже невыносимо. Сегодня первый день у нас какие-то облака начали появляться на небе. Хоть что-то, что прикрывает солнце иногда. Вот, обещают дожди, поэтому мы прям торопимся. С перерывами на обед все это делаем, потому что в обед надо ехать кормить Цезаря. Цезарь не ждет, да, Сережа? А вот Цезарь. Ага. Но теперь каждое утро начинается с того, что Сережа заходит в сарай и говорит: «Алло, Цезарю!» Приветствуем. Бывает, и вечерами приезжаем сюда поработать уже после дойки. Вот. Но тут выбор получается либо днем под палящей жарой, либо вечером с комарами. Вот. В любом варианте есть свои минусы. Спасаемся рифтамидом. Вот Сережа сейчас побрызгался. Ага. В общем, волокушу оставили в том виде, в котором она была. Сережа к ней как-то уже приспособился. Я ее переделаю потом, мне так не нравится. Думаешь, все равно переделаю? Как изначально я хотел, просто нету времени, надо это делать зимой. Ну да. Ну, короче, собираем пока так, как есть. Вот. Медленно, но все равно быстрее, чем руками получается. Там еще остались кое-где в закоулках участки, которые вообще граблями не волковали. Вот. Я их вручную пойду сейчас собирать понемножку. Там, ну, там маленькие кусочки, там кусочек, тут кусочек. Туда просто там очень сильные кочки. Туда с граблями не заехать, там только руками. Оставлять жалко, все-таки сено. Причем хорошее, жирное такое. Сегодня хоть ветерок периодически. Вчера вообще дышать нечем было. Хоть как-то можно сегодня поработать немножко. Вот один ряд столкали. Его можно уже укладывать в копешки. Вот, а здесь сейчас вот эту кучку Сережа дотолкает. Это мы заберем сразу и будем укладывать.
собой. Сегодня даже рейса два, наверное, сделаем, вывезем. Все, собираем сено. Я катаюсь на прицепе. Вот Сережа меня возит от одной кучи к другой. Это блок уже загрузили. Сейчас прицеп дополна. И вот оставшиеся будем кучи укладывать в копна. Это тоже дело не быстрое. Педикур небольшой. Две кучи уложили. Сейчас, наверное, третья, не знаю, войдет или не войдет в этот воз. Я на четвертую рассчитываю. Ты еще не на четвертую как-то рассчитывал. Нет, третья, все, максимум уже будет с горочкой. Нормально. Ну, неплохой такой воз получился. Прям нормально. Все, наложили до талого. Сегодня же, говорит, надо было еще. Стропами привязали. Мы и так вполне достаточно. Все? Мало. Мало. Перекуры копно собираем. С дальней копешки начал. Здесь просто мало совсем, но будет небольшая кучка. Первую ее и заберем. Все, из последних сил уже Сережа последнюю копешку ставит. И с чистой совестью сейчас мы поедем домой. Время как раз второй час дня. Пора Цезаря кормить, он там заждался. Вот, ну и не знаю, вечером, если только, может быть, еще за возом приедем. Ну, вряд ли уже сегодня, наверное, завтра. Уже поедем. Так, в принципе, неплохо поработали сегодня. Ава, Цезарю, ты уже ждешь? Ты уже весь нетерпение на ногах стоишь, да? Все уже, ну давай, на. Вот, на, ешь. Ух ты, елки-палки, что дерешься-то? Все, все закончилось. Молодец, хорошо покушал. Что ты делаешь? Ты уже быкуешь? Зачем? Все, злишься, что молоко закончилось? Так, у нас здесь очередная постановка в стойло. Вот так проходит бедная несчастная Ромаша. Хватит по клеткам сидеть. Большие уже потом еще тяжелее будет привыкать. Что? Тебе не нравится, да, такое дело? Такой поворот. Ромашечка. Ну, ну вон, смотри, все кушают, стоят рядом. Все хорошо, никто не дергается. Бедный несчастный теленок. Привязали.
Давай, Ромаш, не дергайся. Упадешь, себе хуже сделаешь. Все? Вот и все. Вот и ешь. Успокоилась. Расслабься. Сейчас тебе еще дробленочки принесут, вообще счастлива будешь. Так, что там происходит? А, между Вьюгой и Гаврюшей у нас не было досок там, ну, внизу. И Вьюга постоянно отбирала еду у Гаврюхи. Вот, сегодня Сережа забил перекладину. Я смотрю, тебе не нравится, да? Все, голова не пролазит теперь туда. Ай-яй-яй. Вот и ешь из своего тазика, деловая колбаса. Сначала съест все у себя, а потом у Гаврюхи все отбирает. Но, не пролазит голова? Заскривает, да? Уши потом больно выдирать, да, оттуда? Неприятно. В йога. Неприятно. Коза, ну не должна, но она сейчас вниз пытается в эту щель пролезть. Все равно много так не на выдергает оттуда, не съест. Ну это у нее мама такая же, Лада. Она у нас с детства с чужих кормушек воровала. Сначала у чужих все поест, потом у себя. И это такая же. Где-то что-то громыхает со всех сторон. Слева, справа, а нас обходит. Тучка, полей мне огород, пожалуйста. Студи немножко землю. Сегодня опять вычищали сеновал. Вот нам осталось вот эту кучу загрузить. Но здесь один вот где-то будет. И то, что мы понаставили там копенок на том поле, вот в эту, ну, в этот угол начнем вывозить, складывать. Ну все, первый раз за всю историю этого сарая у нас полная посадка среди молодняка. Все 6 мест у нас заняты. Вот первый раз. Ну, потому что от Лады теленочек у нас вот Вьюга. 6 коров, 6 телят. Ромашка, ты вообще дюймовочка. Все, хлопаете. Плюха теперь доится пока последняя. Ну, пока молозиво. Всех сначала коров даю, потом ее и кормим теленочком. Грому у нас уже годик. Вот, это его младший брат родился сейчас. Цезарь, да? Гром, ты здесь самый взрослый у нас. Самый взрослый остался, да, с того поколения. Самый большой. Ой, ну хоть немножко что-то полил. Так, слегка, пока. И все. Это все, на что ты способен был. Так, чуть-чуть пылюку только подприбил. И то не до конца, можно сказать. Про огород вообще молчу. У нас даже ни кошки, ни собака не прятались от дождя. Все решили помыться срочно. Так, дойка окончена, все накормлены. Нам надо Цезарю поставить сидимин. Мы всем новорожденным телятам прокалываем железом. Вон я уже принесла бутылечек. 5 кубиков, Сереж. Хватит ему. Да, сейчас будет немножко неприятно. Ну, не страшно. Ты наелся? Налопался. Следующее утро. Все-таки дождик нас стороной не обошел. Ночью была гроза. Прям над нами, и все довольно-таки неплохо пролило. Огород полило, хорошо, землю освежило. Сережа собирается сейчас опять вот вычищать сеновал очередной рейс и поедет еще сено заберет. Вот, на работу как на праздник. Да у Сережи столько рубашек с города осталось, висит. Что-то вот это решили, думаю, ну что они висят? Просто так, ни к чему. Вот, теперь он в рубашках управляется. А ты что, на сенокос ездит. Не ходишь, коров доить? Да, мне еще в платьях мне на покос ездить. Хорошо. В этих каблуках. Ага. Ладно, все. На этом на сегодня все. Я пошла домашними делами заниматься. Всем пока-пока.